Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки и надеемся дропнуть себе что-нибудь интересненькое. Друидом я начал маленько так поигрывать, он у меня будет в роли, скажем так, третьего твинка, точнее второго, то есть получается Blood Become Main, Ротвар Main Twink и Друид второй твинк. Все это делается для сплитрейдов, чтобы одеться самому и помочь одеться другим людям из рейдового состава. Готовимся, так сказать, к Анторусу и лутаем всякое дерьмо с недельных сундуков. Но зато получаем кристалл хаоса. Очень полезно, по-моему. Да. Сейчас сделаем кдшечку. Сколько там, кстати, жетон стоит ради интереса? 296. Что-то падает в цене. Вчера был 305 тысяч. Окей. Дальше на паладине вскроем. Кстати, сегодня-то 7.3.2 вышло. Вот это да. Понерфили престол Триумвирата. Притом так, ну реально неплохо. Там по 20-30% где-то срезали количество тентаклей. Уменьшили на третьем, получается, боссе. Их теперь не 4, а 3. То есть, ну, красиво. Что это? Это ступни. Искусность, по-моему, ценнее для меня, чем крит для протпаладина. Не знаю. Кстати, второй квартал звезд падает. Это классно. Ну, ладно, шапку-то эту я продам. Или нет? Или да? Да. Или нет? Да. Вот, а ступни оставлю. Если эксперты там есть на протпаладинах в чате, то скажете. Ну, не в чате, в комментариях. Что ж такое-то? Где мои проки? Где хотя бы вещи не аналогичного эквипа? Я хочу что-то классное сегодня пролутать. Ну, что еще из изменений? По-моему, хп-пул для протпалов и ДХ-танков повысили. То есть их, так сказать, возвращают в роль танков. Угу. О, верхний ярус. Ну, такой себе, конечно, ключик, но окей. Пускай будет. Ну а что с этими запястьями сделаю? Продаю. Что ж такое-то? Но если же сейчас еще и на другого персонажа в виде ДК упадет целое ничего. Это самая печальная неделя получается. Такого быть не должно. Я хочу проки. Поехали. Получил прок. Move speed. Привет. Нет, это дерьмовая неделя в плане лута на моих персонажей. То есть дис, продажа. Эта шея уйдет на продажу. Короче, понятно все. Все очень-очень плохо. А чё шею это? Куда я ее могу реализовать? У меня есть уже 950-я шея, скорость искусности. Ну а зачем мне 35-я скорость универсальность? Какой с нее смысл? Хотя у нас скорость передвижения. Ну а сейчас потестим. Окей, хорошо. Сейчас я одеваю свой сет на МС. А, 149%. Это многое решает весьма. То есть 2340 крита. Слабее, чем 622 муфспида. Ну, у нас там легендарку кто-то пролутал. Кстати, что интересно, я не пролутал легендарный токен сейчас именно на своего протвара. Суть в том, что сейчас в игру введены легендарные токены, которые можно передавать в пределах учетной записи с целью получения легендарки на каком-то персонаже. И сколько я на варе уже играю и не лутал легендарок? 3 месяца. Ну, не лутал легендарок лишь по той причине, что мне нечего больше лутать, в принципе. Вот.
и не упала. Обидно. Ну, значит, в ближайшем времени упадет, может, с какого-нибудь миф плюса на этой неделе. Кстати, модификаторы текущей недели — это разъяренный, некротический, тиранический. Но хорошо хоть, что не укрепленный на самом-то деле. Будь укрепленный, было бы вообще очень обидно, как для группы, так и для танка. Что скажу? Танкам нужно кайтить мобов на 30% хп на высоких ключах уж точно, чтобы под большинством стаков некротической раны не ловить разъяренные атаки по себе. Дамагерам же резко убивать цели с разъяренным, чтобы облегчить жизнь танку и облегчить жизнь группы в плане того, что, допустим, моб имеет большую какую-то ауешку по типу длинного моба в катакомбах Сурамара, который там каст идет предсказание рока. Вот его бы убивать надо побыстрее. Ну, тиранический, связка с некротиком будет блочить, конечно, некоторых боссов, если вы не ДК или у вас нету рестор шамана. Но так, в принципе, можно вполне хорошие вещи делать при текущей неделе. Посмотрим. Какие-то ключики будут на стриме проходить, так что приходите, смотрите. 19-й квартал, в принципе, ключик вполне хороший. И надеюсь, что мы реализуем его в ближайшем времени. Да. По крайней мере, от некротика там я страдать не буду. Ну, а разъяренный по бесам только надо грамотно сыграть. Да, мы что-нибудь придумаем, конечно же. Ладно уж. Что там, гильдии напроколов что-нибудь? Ну, там, 50-е ступни. 40-е кисти рук. 50-я жизнь. 45-я жизнь. Угу. Красиво. Это, кстати, аддон. Пишет вот так этому левел. А какой аддон, я кину ссылку в описании. Да. Ладно уж, хорошего вам лута с миф плюс сундуков, если вы еще до сих пор не лутали, там посмотрели видосик, пока едете на пары или с них, или на работе сидите. Ну, скрывайте его поскорее, может быть, хотя бы вам повезет. Текущее знание в игре 49-е, 6 недель до 55-го знания. Берегите ноги, до скорого.